В этом году празднование Дня города продолжалось 3 дня. Основные мероприятия на Октябрьской площади пришлись на субботу 10 сентября. Вечернюю праздничную программу в этот день составил концерт у городской администрации. В 18:00 вечера концерт начали вокально-хореографические коллективы Орехово-Зуево. Затем на главную сцену праздника вышел первый приглашенный гость – российский музыкант, солист группы «Братья Гримм» Константин. Подпевали в этот день ореховозуевцы под песни группы «Руки вверх». В день города хиты российской поп-группы исполнил ее экс-участник Алексей Потехин. Чужие губы, что ты отдал? Чужая стал сама себе, чужие Вечером этого же дня небо над городом озарил праздничный салют. Здесь рождались и жили, знали боль и любили. Здесь смеялись и плакали, свято верили, что город мой, город верный, самый лучший, любимый. Мы с тобою связали нашу жизнь и судьбу.